Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших передач, в котором мы приглашаем интересных людей, граждан нашей республики, но и не только. Сегодня у нас в гостях Виталий Дагинов. Это тот человек, о котором, да, про которого последние 2-3 дня шумит наш калмыцкий интернет. Итак, Виталий, ну, вы знаете, почему вас пригласили. И сразу первый вопрос. Самый первый вопрос. Почему так получилось? Как вы оказались там? Да? Как получилось так, что вы встретились с Владимиром Штыгашевым? И, ну да, расскажите поподробнее, чтобы люди знали. Вы, я так понял, нигде еще это не озвучивали. Ну, вообще я не собирался даже озвучивать это. Потому что вот мое обращение в интернете, оно было чисто эмоциональным, когда я сказал, что я подаю в суд. Я пригласил всех участвовать в коллективном иске. Ни один человек, даже близкие мне люди, да, никто не отозвался. Помогать согласились, но подписаться никто не согласился. Поэтому иск я подписал один от себя. Вот, защиту меня, в частности, и защиту моего дяди имени моего дяди. Он у меня воевал, до 47-го года служил в армии. Вот, я вот могу даже показать. Исковое заявление. Это исковое заявление. Вот это вот мой дядя. Это орден Красной Звезды. Это уже его послевоенная фотография. Угу. Он до 47-го года служил. Это вот из наградного листа. Это, видимо, из-за конфликта. Медаль за отвагу. Медаль за победу над Германией. Ну, это ранее. Частичка, да. Угу. Просто у меня не было этих медалей, а Красной Звезды, там вот, вот Красная Звезда, это вот за взятие Кенигсберга, это за, за участие в Великой Отечественной войне. Вот, это вот, что он гвардеец, имеет право носить. И поскольку мой дядя закончил войну в Калининграде, в Кенигсберге, то крайне символично, что это мой сын, который отслужил в прошлом году, демобилизовался, то же самое в Калининграде. Балтийский флот. Балтийский флот, да. Вот. Поэтому я как раз расскажу историю все. У меня на протяжении жизни многократно возникали инциденты на почве, вот именно на этой почве, на почве того, что нас обзывали всячески. Первый раз это случилось в 4 классе, я был в санатории. У нас было 3 калмыка, Валера Ангриков, Олег Бадмаев и литовец Саша Зверблюс. Мы жили в одной комнате. Ну, 4 класс, маленькие, пить, есть, много чего не хочется, и мы отказались есть гороховый суп, и медсестра с криком заставляла нас есть, а потом добавила: «Калмыки, сволочи, да?» И вот мы встали все, ушли, объявили голодовку, через 2 дня ее уволили, а перед нами прощение просили. То есть у меня уже, видимо, на рефлексе это все зарегистрировалось. Потом в 10-й школе, когда я учился уже, ну, я с 1 по 10 учился в Лисе, там постоянно у нас возникали конфликты, нас обзывали. Потому что там жили ребята с Партизанской улицы, с нами учились в школе. И вот был такой инцидент не один раз. Вот. Потом это случилось в армии, когда я служил. Как раз шел процесс над... Помните, был такой из Бельгии калмык один? Его судили. И вот офицер, командир взвода, ну, судили его здесь в Лисе, там шумный процесс был, и его судили, а у меня был конфликт с моим взводным, потому что он меня в строю обозвал, значит, калмыком, который вот сейчас судит их, там, как предателя родины. Поэтому это у меня чисто эмоционально вызвало мою такую вспышку, как скажем так, гнева. Я обратился ко всем знакомым, сказал, что я уже пенсионер, мне 60 лет. Я вообще ничем не хочу заниматься, но судя по тому, что люди подают на возбуждение по уголовной статье, подали заявление в партию, остался еще гражданский иск. Подавайте. Я обратился, ну, в такие серьезные структуры в том числе, но все отказались по вполне понятным причинам. Ну, об этом позже. Поэтому я стал готовить иск. У меня уже есть прецедент. Я выиграл суд у... Нины Одиноковой. Вот. И мы готовили иск этот целый месяц с моим адвокатом, это Аня Берчиева. И в качестве морального вреда мы тоже присудили ей 1 рубль.
потому что любая другая сумма вызывает отторжение. Иски не рассматривают. И, в принципе, Аня опытный адвокат, и мы выбрали такую форму, в которой ей сложно было отказать нам, и мы, собственно говоря, этот суд выиграли и удовлетворились. В дальнейшем, как бы, таких прецедентов не было, и вот впервые это случилось. Вот сейчас я решил тоже подать в суд, когда никто не захотел подавать. И никто не откликнулся на мою просьбу, я подготовил иск. И в рамках подготовки к иску выяснилось, что иск подать невозможно. Первым мне об этом сказал Боря Анжаев, которого я попросил проконсультировать. Борис Михайлович. Да. Ну, для меня он Боря. Вот. И Борис объяснил мне, написал, сказал, что это невозможно, потому что нет предметного иска. Я сам это понимал. Вот. И это понимала Аня, которая сказала, мы ничего не добьемся. Поэтому мы решили из этого извлечь какую-то такую акцию, которая приведет нас, ну, скажем так, к какому-то результату. Аня подсказала мне, что, значит, опровергнуть он должен там же, где и сказал, на сессии Верховного Совета. Ну, вот такую канву мы выбрали, и поэтому в иск мы ничего не добавляли. Взыскать моральный ущерб 1 рубль, а в качестве основного требования это опровергнуть судье. Вот, ну, я посмотрю. Да. Иск мне помогали готовить историки наши, потому что я прекрасно понимаю, что искажение материала может тоже привести к каким-то. Поэтому у нас архивные данные. Продолжайте. Да. Вторым препятствием было то, что у нас не было адреса. То есть мы не могли найти адрес. Вы об этом в интернете писали. Да. Мы не могли найти адрес. Я не писал об этом в интернете. Это было, мне звонили с Хакасии. Да. После того, как узнали, а в Хакасии тоже свои там идут как бы политические разборки, поэтому мне позвонили и спросили. Я просто ответил, что да, иск мы подготовили, но у нас есть одна проблема. Мы не можем найти адрес. И тут меня осенило. Значит, я обратился в региональное отделение, значит, партии Роста. Вот, они сказали, приезжайте, мы вам организуем все, поможем, подскажем, что надо сделаем. И, собственно говоря, когда я к ним обратился за помощью, то они сразу согласились, но через полчаса отзвонились, потому что я занят был. Через полчаса отзвонились и сразу же сказали, что мы знаем, по какому вы делу, приезжайте, мы все организуем. Поэтому, приехав туда, точнее, я уже подготовил исковое заявление, там не хватало еще одного документа. Значит, нужно было доказать, вот смотрите, я вам сейчас покажу, где здесь вот бумажка еще одна. Это отказ в иске. Вот. Значит, такова процедура, что такое дело не будут рассматривать. По крайней мере, в американском суде и в суде, Верховном суде Хакасии. Будут придумывать много таких препятствий, да, на основании которых либо будут отказывать, либо вообще не будут рассматривать. Это вот конкретный результат того, что это мы предвидели. Одним из самых главных вопросов нужно было доказать как минимум, что я калмык, и что мой дядя калмык, и что он мой дядя. А как это можно доказать? Как вы считаете? Ну, родственные связи путем свидетельства рождения. Свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении. Вот у меня свидетельства о рождении нету, я его потерял. И нет свидетельства рождения моего дяди и моего папы, чтобы доказать. Поэтому мы сделали запрос, а ЗАГСа до сих пор не ответили нам. Я думаю, что это общеустановлено, если... Нет. Это никто не будет оспаривать. Это вы не будете оспаривать. А в суде, если судья спросит, то есть он уже изучает дело, он готовится, тем более это суд, где нас не ждут, можно сказать. Нас в Элистенском суде не ждали тогда. Поэтому... Все это дело мы готовили, и когда выяснилось, что свидетельство о рождении будет готово еще скоро-скоро, я просто взял, собрался и полетел в Абакан. Подать, вручить иск. Я лично вручил иск Штыгашеву. Я добился встречи с ним, вот, потому что меня попросили решить вопрос. Вернее, не попросили решить вопрос, спросили, что я хочу. И когда узнали все, что я хочу, это мои требования, да, получить извинения, он извинялся, он готов еще раз извиниться. Но в данном случае, значит, можно было решить. А, вот так. Я попросил, чтобы мы встретились, вернее, не встретились, а решили в суде первой инстанции.
Если будет суд второй инстанции, потом будет суд третьей инстанции, это межрегиональный суд, и потом, уже после празднования Дня Победы, будет суд в Верховном суде Российской Федерации. Да. А там, значит, висит статуя такая. Это когда возложение было, вернее, возложение цветов, или как там назвать, открытие мемориальной доски Акия Ивановича Горобенкова. Там, значит, была такая вот заминочка, я специально снимал здание суда, Верховного суда. Там статуя, без повязки. Да. Ну, она, наверное, слепая просто. На это многие внимание обращают, я это знаю. Да, да. Поэтому там могло бы состояться, и уж там, поверьте мне, если бы до суда дошло, суд дошел до Верховного суда, там была бы большая-большая, значит, калмыцкая диаспора, 40 тысяч человек, но тысячу человек мы бы собрали, правильно? Я согласен, Николай Николаевич, но вот я сейчас поясню. И дальше получилось так, значит. Мне сказали, значит, между нами возникли, значит, люди, которые, да, которые сказали, что Владимир Николаевич готов извиниться, вот, он готов встретиться со мной. И мы встретились там. У нас разговор был очень тяжелый. 3 часа мы разговаривали. Через 3 часа, значит, он прочитал мое исковое заявление. Какие-то моменты он подчеркнул, я уже сейчас не помню точно. Вот, посмотрел фотографии, это я ему все вручил. И после этого сказал, что нужно. Я сказал, мне нужно опровержение. Чтобы у вас опровержение вышло, я должен зачитать свое вот, исковое заявление, где раскладываю все исторические факты на основе наших исторических материалов. Вы готовы после этого извиниться? Он прочитал, сказал, да, я готов на Верховном суде. Но я перед тобой сейчас извиняюсь. Он извинился передо мной там. То есть, по сути, получается, что я удовлетворил свой иск. Он извинился передо мной, но не на сессии Верховного суда. И дал возможность мне услышать это на сессии Верховного суда. В досудебном порядке. В досудебном порядке. Так он и сказал. В досудебном порядке. Ну, вы же юрист. Да, да. То есть вы в суд так и не подали. Вы... После того, как он удовлетворил мои требования, я... Какой смысл идти в суд? Потому что я совершенно точно знал, вот такая вот формулировка. А почему вы не зафиксировали разговор, хотя бы ту часть извинений, чтобы видели? Зачем? Это же мое личное. А вот извинения перед всеми, это будет заснято, это будет на сессии Верховного Совета, это будет подснято все. Я и не собирался говорить. Просто я давал интервью, это местной прессе, да, это официальная пресса вообще не участвует в этом деле. Ни наша, ни их. Вы обратили на это внимание, да? Поэтому, когда на меня вышли их средства массовой информации, да, которые со мной до этого общались, я думал, что они узнали, что я в Абакане. Я сказал, я в Абакане. И тогда они приехали и задали мне несколько вопросов. Потом вырезали. Я сказал, что у нас был тяжелый разговор. Мы очень трудно общались. Вот. Но в конце концов, то есть, если бы мне было там 15 лет, а ему 16 лет, да, может быть, мы подрались, как это раньше было. Но мне 60 лет, ему 80 лет. Давайте вернемся, да, к высказываниям Штыгашева. Вот он, вот это свое оскорбительное высказывание, когда говорил, он ссылался на протокол какой-то комиссии, что эти документы скоро будут опубликованы, ну какие-то секретные документы. Вот, спросили ли вы у него, что за секретные документы, есть ли они вообще, или как? Потому что вот для нас же необходимо разобраться. Штыгашев... Все правильно. Штыгашев, полковник милиции. В качестве полковника милиции он писал научную работу. Научная работа называлась «Путь доктора Доля». Угу. От и до. Точнее, калмыцкой кавалерийской дивизии. Под управлением. Он знает материал, имел доступ к нему. И оттуда он эти материалы взял. И в этих материалах, значит, написано то, что в каждой... Ну, я думаю так, точнее, не думаю так, мы разбирались насчет этого. Я ему сказал, что в моей семье ни по линии отца, ни по линии матери нет. Он говорит, ну, может быть, я неправильно выразился. То есть, что такое семья по-калмыцки, да, сейчас? Это фамилия. Вот моя фамилия Дагинов. Но мой род Чочахна. Так моя фамилия должна быть Чучаев, да? Mm-hmm. Вот нас всех Чучаевов, тут человек, наверное, ну, наверное, человек 500 в Калмыкии. Он имел в виду это, семья. У них так
У них... А, он имел в каждом роду. В каждом роду, да. Кто-то есть. Ну, я, например, подумал об этом, что у меня же там пол Яшкуля родственников. Я, например, не удовлетворился бы таким ответом, что в каждом роду у нас... Мы... Все равно это, я бы настоял бы на... На самом деле, я не удовлетворился его ответами. Он просто ушел от них. Он сказал, что у меня был материал, и на этом мы закончили. Это я уже... Готов ли он предоставить эти документы, или вы там, где их найти, узнали? Вы не спросили, где их найти, чтобы выяснить это? Он имел доступ. У нас из историков, по-моему, никто не имеет такого доступа. Вот я разговаривал с ними, я с Владимиром Ивановичем Колесником разговаривал, у него не было доступа туда. То есть все равно ту... Я тогда по-другому скажу. Ту правду, которую мы хотим узнать. Я тебе тогда по-другому скажу. Как ее увидеть, не услышал, да, уходит? Я по-другому скажу. Значит, у нас... 160 тысяч. Откуда взялась эта цифра? 160 тысяч. Это я не могу сейчас сказать. Он ссылался на цифру. Мы зададим ему эти вопросы потом. 160 тысяч, еще что-то. Потому что разговор был тяжелый. И из этого разговора нужно было выходить. С результатом. Я вышел из него с результатом. Я в его глазах, в его словах прочувствовал, что он искренне извиняется передо мной лично. И я не говорил, кстати, что я выступаю от общественности, я не говорил, что я советник по инвестиционной политике. Это они сами фотографии мои в интернете нашли, какие-то мои эти должности. Я так и сказал, что я частное лицо. Вы вот единственный человек на сегодня, кто встретился со Стригашевым и провел с ним долгое время, да, беседу. Да. При этом вы говорите, что вы удовлетворились его ответом. Но если он, вы говорите, какие там цифры приводил, он говорил про ростовские, про там, родных детей казаков в Ростовской области, говорил цифры. Может быть, нам необходимо было все-таки поставить вопрос об истребовании этих документов, чтобы он нам предоставил или как-нибудь, чтобы... У нас есть историки. Давайте соберите историков, пригласите Владимира Бадахаевича. Он участвует... Я говорю с Владимиром Бадахаевичем. Да. Я знаю, что это да. не так. Но да. если, опять же, с трибуны парламента спикер говорит, эти секретные документы скоро рассекретили, и там говорится так... Я вот считаю, что именно на них нужно было делать акцент. Нет, никто же не мешает вам. Я поехал туда, потому что я руководствовался той вспышкой своей ярости. Да? Я хотел приехать, посмотреть ему в глаза, вручить ему иск и сказать, что вот мои требования. Он меня увидел, услышал, переговорил со мной, извинился передо мной и предоставил трибуну не для меня, а для того, чтобы самому извиниться там. Но перед тем, чтобы выступить, я, кстати, предложил выступать не самому мне. Я сказал, пусть выступают представители республики. Официальные представители. Официальные представители. Я позвонил оттуда, не буду говорить кому, и мне не ответили. Да, дорогие друзья, я хочу пояснить, Виталий Николаевич правильно говорит, просто возникало много вопросов, то, что были как комментарии, кто его уполномачивал, говорит за весь калмыцкий народ и тому подобное. Виталий Николаевич пояснил нам, что он подал иск только от себя и за своего дядю, который воевал в защиту интересов. Я просто вот вижу сейчас его исковое заявление, и в связи с этим поясняю, чтобы таких вопросов не возникало. Да, Николаевич, как вы видите сейчас дальше процедуру, вот эту, чтобы наши представители поучаствовали в заседании? Чем я занимаюсь? Я сейчас формирую делегацию, но тут формат следующий. Первое. Поездка туда далекая и дорогая. Значит, я разговариваю с людьми, которые... скажем так, на мой взгляд, могли бы эту поездку осилить и поехать. Вот. Жду от них ответа, я уже переговорил с ними. Много людей я не собираюсь вести, но я как раз хочу вести тех людей, которые, скажем так, имеют имя в республике и достаточно, компетентны в своих там каких-то полномочиях. Это раз. Второе, у меня есть идея, один из тех людей, который вот как-то невольно в этом разговоре присутствует,
Вот. Он тоже имеет отношение к Хакасии, пока я его не буду называть именем, может, он не захочет ехать. Тоже известная фигура, потому что у него кровь хакасская, а его мама была в одном детдоме, значит, со Штыгашевым. Ну, это вы говорите... И будет там пресса, будет там наша пресса, вот. Она будет снимать, полностью отчет сделает, привезут. На этом мы даже не остановились. Я сейчас веду переговоры в память тех жителей Калмыкии, да, кто находился в ссылке. Сейчас они рассматривают вопрос, где выделить место для строительства ступы. С именами там рядом поставить имена тех, кто находился в ссылке, кто там умер. Вот. И здесь, вот, как бы скажем, это была бы новость, может быть, следующая, когда мы после парламента приедем, обязательно расскажем. Это пока как идея. По делегации. Я вот только вы имена не называете. Это представители власти? Нет. Не кажется ли вам то, что вот для меня... Я им предложил. Для меня лично? Для меня лично. В данной ситуации должны кричать верха, то есть глава правительства, депутаты Народного Хурала, депутаты Госдумы, представители Совета Федерации и мы, народ, который мы стоим на митинге. Неправильным, на мой взгляд, является направить делегацию из Народного Хурала во главе там, с Казачков. Я знаю лично, вот Намсыр Манджиев сам тоже собирался туда ехать и говорит, я поеду туда, я там выступлю. Давайте поставим это на общественное... Ну, а куда я звонил по-вашему? На общественное обсуждение, кого мы делегируем туда поехать. Мне кажется, так вот. И вы так сказали, может быть, немножко эгоистично, но мне это показалось. Я формирую, как то мне кажется, давайте поставим... Я сказал, что поскольку все отказались, то есть не то, что они отказались, просто не ответили, да, мне. Я еще не переговорил там еще с парой человек, которые так вроде бы представляют власть, да, в том числе и депутаты Государственной Думы. А так я просто разговаривал с людьми, которые бы потом объявили, что они хотят поехать, потому что если я им, ну скажем так, я приехал, переговорил с ними по телефону, а сейчас я хочу встретиться лично. Вот после вашей встречи я буду с ними встречаться. Может быть, давайте поставим вопрос на общественное обсуждение и направим делегируем действительно тех достойных сынов, дочерей калмыцкого народа, и чтобы... Ну, могу назвать еще одну фамилию. Вот я единственное... Вы еще ни одну не назвали. Я назову эту фамилию. Это я готов за собственный счет сделать. Ветеран войны, он стоял на площади, говорит, вот, когда был митинг. А, Олег Апиев, это наш кичиневский земляк. Ну, вот, он выступал, да. Нет, это, видимо, ветеран какой-то, который сказал, что он ветеран. Это доцент физико-математических наук в Олег. По-моему. Олег Иванович. Он позвонил в приемную Штыгашева. Вот. Хотел переговорить он со Штыгашевым, на что ему сказали, что он занят. Вот. Ну, как мне передали, мне позвонили. И только что уехала делегация из Калмыкии, и он извинился перед ними. Но в данном случае они немножко неправильно сказали. Mm-hmm. Извинение будет на сессии Хурала. Ой, точнее, Верховного Совета. Еще один важный вопрос по этой теме. Не кажется ли вам, вы видите, вас не было на митинге, да? Не было. Вы видите, как реагирует масса. Вы видите, как реагируют обычные люди по сравнению с... руководством, да, республики. Да все реагируют. Реагируют, как и все хотят наказать его. Вот. Вы говорите, что вас это задело. Вы калмык, да? Как и мы все горячие, да? Первый вопрос такой. Не возникло ли у вас там желание как-нибудь по-другому? Надо с ним там справиться или поговорить вот так. Я же говорю, когда я ехал туда, у меня было 4 часа времени в самолете обдумывать это, потому что я вот так встал и полетел, можно сказать, потому что билет был в 22 вечера. Прилетел туда в 7 утра, все 4 часа я думал в полете, да, как я себя буду вести. 4 часа до встречи... Это очень большая ответственность была. Вы самым первым ехали. Да, это очень большая. Это я понимал, да. Поэтому я думал об этом. И боялся сорваться. То есть, ну, те, кто меня знают, они знают, что я сорвусь в любой момент.
Но это было раньше. Вот когда мне 50 лет исполнилось, я начал задумываться. Сейчас мне 60, я... Потом я был один, потом обстановка была такой, как бы скажем, достаточно... Ну, представители Хакасии, которые мне организовали встречу, они сделали все, чтобы с моей стороны там не вызывал никаких там таких отрицательных эмоций, будем говорить. Я себе сдерживал только в разговоре со Штыгашем, когда мы начали говорить, и я просто не буду говорить, о чем мы говорили там. Ну, вот у нас состоялся такой очень сложный разговор, который привел к тому, что мы приняли решение, то есть он сказал, я готов, давайте думать, что, как, что и как. Ну, диалог был конструктивный, я так понимаю. Сначала нет. Сначала нет. Да. Это я круто. Потом не на камеру скажу, что... Это круто, это уже хорошо. Как вы... Считаете ли, что Владимир Штыгашев должен понести ответственность в рамках уголовного законодательства? Вы знаете... Очень многие наши земляки подали на него за заявление о возбуждении уголовного дела. Я знаю. Я знаю, что и депутаты подали, и, значит, и Бат Радучиев там, говорят, написал. И вроде бы Марина написала обращение в прокуратуру. Я знаю, что еще несколько человек написало. Вот, в Москве, с кем я общался. То есть они отказались от иска, потому что гражданского, да? Потому что посчитали, что гражданский иск ни к чему не приведет. Как люди, которые знакомы с такими процедурами, они прекрасно понимали. Вот. Поэтому эту нишу просто-напросто нужно было тоже заполнить. Я к ним обращался. Это люди, с которыми вы общаетесь, которые там стоят. Я же думал, что они смогут это сделать. Но, к сожалению, не подали иск. Понятно. Вот я еще... Вот лично я болею диабетом, второй, поэтому я пью, да. Я понимаю. К сожалению. У меня мысль такая, вот только что вы сказали, там же этническая принадлежность, да, доказать, что мы калмыки. Вот мое мнение, там еще вот Оксана Александровна есть юрист, мы думали об этом, мы думали над этим иском, но мы пришли к выводу, что необходимо прокурор Республики Калмыкия или кого-нибудь из прокуратуры в интересах народа подать, и вот тогда, думаю, здесь субъектный состав, вот он нормальный будет. Я согласен. Дело в том, что огромное количество людей, ну почти все, не почти, а все, все возмущены. Все возмущены. Я, например, когда мне этот материал прислали, я вообще находился на отдыхе. И для меня это прозвучало, то есть весь отдых был испорчен, понимаете? К счастью там получилось, вернее, не к счастью, вот по случайности там оказался еще один калмык, и мы с ним обсуждали эту тему прям 3 дня совместного нашего проживания. Мы только об этом и говорили. До этого знали Штыгашева? Откуда я его знал? Просто у него было очень хорошее выступление на Совете Федерации. В этом плане, да. Я и Штыгашеву сказал. Ваше первое выступление... Поразило. Оно смелое меня было. Поразило, да. Очень смелое было выступление. И потом второе привело меня в замешательство, в ярость. И я ему сказал, что я с детства испытываю вот эти проблемы и всегда реагирую на них. И поэтому я здесь отреагировал. Не собирался никого там заниматься пиаром, самопиаром. Это мое выступление было в интернете первое. Это я просто обращался к землякам, чтобы они поддержали эту идею гражданского иска. У меня профессиональная группа юристов. Мы подготовили... Вот вы можете почитать его, да? Как бы. Оставите мне потом. Да, я вам оставлю. Вот. Мы его готовили, профессионально готовили. Я лишь только подписывался. Перепроверяли. Сейчас я вот специально через сделал скриншот, хотел вопрос задать сейчас быстро. А вот образец, который мне принесли в суд, да, это азербайджанцы подали в суд на Жириновского. Тоже проиграли этот суд. По этим же основаниям, да? По этим же основаниям, да. Вот, Штыгашев говорит в интервью своим СИЗМАС. Встреча состоялась по просьбе Виталия Николаевича Дагинова, представляющего общественность Калмыкии, с которым у нас получился очень обстоятельный разговор. В какой-то мере он был непростым, но при этом конструктивным, затрагивающим суть и истинный смысл вопросов, которые мы обсуждали.
что особенно важно. Самое главное, пришли к полному взаимопониманию и твердому намерению о необходимости взаимодействия в интересах дальнейшего сотрудничества, в интересах укрепления дружбы и совместной работы. Тут народов, у меня... народов. Работы написано. Вы разговаривали с ним о дружбе и совместной работе? Нет. Это то есть неправильно. Это написал журналист, который находится в оппозиции, в том числе к Штыгашеву. Это их оппозиционная пресса. Вот. Он им интервью не давал. Вы ездили один? Вы один ездили? Туда один, да. То есть пишут, делегация из Калмыкии тоже. Это их... Они написали так. Я же вам сказал. Нет. Они написали, что я являюсь советником по инвестиционной политике, что я общественник. Этого я ничего не говорил. Я сказал, что я физическое лицо Дагина Виталия Николаевича. Вот мой иск. Вот. Ну да, и в интересах двух человек. Она спрашивает меня, значит, а какая у вас должность? Я говорю, да никакой должности, я пенсионер. Вот. А, хотя есть у меня должность, потому что стояли ребята с партии Роста. Я сказал, я возглавляю Калмыцкое региональное отделение партии Роста. Это представители Хакасии, они мне помогают в этом деле. Вот и все. А то, что там Штыгашев говорил, я больше чем уверен, что он не давал никакого интервью. Они переговорили с кем-то из его, там, возможно, штаба, еще что-то. И все. Даже более того, я скажу, что они находились там же, вот представители парламента. Это мы ходили в музей, меня ребята с партии Роста повели в музей. Это уже после разговора. Есть ли что добавить еще по этой теме? По этой теме, ну что могу сказать? Во-первых, мне кажется, да, в интересах вот всех этот вопрос надо закрыть. Закрыть на какой-то ноте, которая могла бы эту тему закрыть, вообще эту всю тему. Может быть, вы правы, нужно докопаться до исторической правды, чтобы потом не было. Кстати, перед поездкой в Москву у меня состоялся разговор с одним очень уважаемым человеком из Калмыкии. Да? Я с ним тоже консультировался, он сказал, осторожней. Я согласен, полностью согласен с вами. То есть разбираться можно, но не так, чтобы это было. Итак, дорогие друзья, подытожим тему про высказывание Штыгашева. Владимир Николаевич Дагинов съездил в Абакан, встретился с ним, поговорил, и на сегодня... Вручил иск. Но и досудебном порядке они урегулировали данный спор, поскольку Владимир Николаевич был удовлетворен его извинениями. И я хочу самое главное пояснить, что подчеркиваю, что Владимир Николаевич никто не уполномачивал, он подал иск. Ой, Виталий Николаевич, простите, пожалуйста. Виталий Николаевич никто не уполномачивал, он подал иск в защиту своего имени и своего дяди, да? Правильно? Да. Владимир Николаевич, Виталий Николаевич, почему-то я так. Виталий Николаевич, вот вы у нас являетесь лицом на сегодня, да, я знаю, Акционерное общество «Порт Лагань». Вы не недавно, в прошлом году, опять подняли эту идею и опять благополучно пропали. Но это не мое мнение, это мнение общественности, которое... Или, может, мы просто не видим. Я подписан на страничку «Порт Лагань» в одной из соцсетей. Там у нас и нету. Вот, хотелось бы так вкратце послушать по сегодняшней ситуации, по акционерному «Порт Лагань» – это очень старый проект, который... начинался еще в начале 20 века, в 1904 году при царе Николае. Точнее, не порт Лагань, а весь проект соединения Черного и Каспийских морей. И порт Лагань в этом плане имел какую-то свою точку соприкосновения там. Микоян, нарком Микоян, да, лично приехал в Лагань, и там отдал распоряжение построить вот этот первый рыбзавод, мясокомбинат и так далее. И там было... В Лагане тогда находился самый большой, по-моему, в Каспийском море, может быть, на территории Калмыкии, может быть, в целом на Каспийском море, рыболовецкий флот. Вот.
В 97 году этот порт проанонсировал Кирсан Николаевич Илюмжинов. В 2007 году, значит, снова Кирсан Николаевич Илюмжинов. В принципе, идея правильная, но вот реализация этой идеи, да, она всегда носила характер не решения вопроса здесь, не решения вопроса в деньги привлечь. Это большой политический вопрос, в котором заинтересованные стороны и незаинтересованные стороны постоянно сталкиваются. Разговор идет на уровне даже не Поволжья, да? Там имеется в виду Астрахань, Дагестан, Калмыкия. Мы здесь не игроки. Это международный уровень. Это международный уровень, да. Все транспортные системы, да, они контролируются на мировом уровне. Потому что, да, да. И если там решение принимается, только тогда какие-то движения начинаются. Что касается нашего проекта, я им занялся в 2015 году. Вы же все, никто не знал об этом. Никто не слышал. Мы проводили ту работу, которая начиналась, ну, скажем так, один из этапов работы. Я живу в Москве в одном дворе с... Раньше там был Минэк, сейчас там Минкавказа, точнее, был. Вот его недавно закрыли, да? Ну, вернется, ну, в общем, правительственное учреждение. Мне звонит один наш тоже известный товарищ и говорит: «Виталий Николаевич, дайте мне документы по порту, я иду на совещание Минкавказа по порту». Поскольку сфера деятельности его совсем не соприкасается, я спросил: «А зачем тебе это? Ты даже за 2 часа не успеешь прочитать их, эти документы, не тем более освоить. Поэтому я не вижу смысла тебе туда идти и позориться». На что через минуту, он знает меня хорошо, сказал: «Так вы же можете сами пойти». Я сказал: «Ну, если меня туда пустят». Да? То есть я был крайне удивлен. В общем, я попал на совещание. Там были представители всех субъектов, не только, значит, Дагестан и Астрахань, кто имеет отношение к Каспийскому морю. Разрабатывалась, подготавливалась стратегия развития Каспийского моря. И там представители Адыгеи были. Их документы были Адыгея, Кабарда, все, кто не имеет отношения. Про Калмыкию там не было ни одной строчки. И когда я стал там выступать, они сказали: «А вы же молчите, вы же не присылаете нам никаких писем и документов. Это вся, весь пакет сформирован таким образом». Значит, после этого меня включили в рабочую группу по разработке стратегии при Минкавказе и пригласили на совещание в Астрахань. Вот. В Астрахани, значит, совещание вел Левитин, Абдулатипов и губернатор Астраханской области, бывший теперь уже, забыл его фамилию, и министр по делам Северного Кавказа Кузнецов. Так вот, Кузнецов начал выступление со слов, что мы тут занимаемся большим стратегическим проектом, а вот некоторые субъекты, значит, пишут нам всякие глупые письма и мешают нам работать. Не некоторые-то кто? Ну, мы это восприняли на наш счет, потому что мы писали письма. Вот, в частности, все эти письма подписывал председатель правительства Зотов. Вот. Мы написали кучу писем во все структуры, начиная от Дворковича, да, и заканчивая там министерствами, агентствами, которые имеют отношение. Что вот, это работа с 2015 года. Это с 2015 года такая работа проводилась, а в 2017 году состоялось только совещание. Это же не 17, это в 2018 году было. До 2018 года мы подготовили, сдали декларацию. Декларация – это документ, который стоит в среднем 20 миллионов рублей. Государство не заплатило ни одной копейки. Мы подготовили земельные работы в Лагане самой. Мы вычленили участок, за него платим налог. Он уже сформирован, стоит. Он сформирован, стоит, мы за него как платим налог. Сейчас? 2000 гектаров. 2000 гектаров. Да, это совершенно... Это поля фильтрации там, то есть там никто не живет, никаких там нету ни сооружений, ничего. То есть это совершенно... Ну, естественно, это аренда, да? Да. Луганского РМО. Да, потому что взять невозможно его, купить его невозможно. Мы могли его купить, то есть не мы, а инвестор, который должен был заниматься этим. То есть на сегодня уже готов земельный участок 2000 гектар, который предоставлен в аренду АО «Порт Лагань» для дальнейшего использования. И это не все. Это с 2017 года, да? Подготовлена декларация. Декларация – это предпроектные работы. То есть фактически все основные концептуальные вещи, они изложены там. Они готовы. И они прошли, самое интересное, в прошлом году, значит, 11 июля, первый этап согласован. То есть мы прошли
согласования в Министерстве транспорта Российской Федерации, наш проект. Просто согласован. Но еще решение не принято, да, так о строительстве? Но... Нет, там, это, вот, значит, процедурно в двух словах, такие проекты готовятся, ну, десятилетия. Десятилетия. Да. Мы прошли, ну, скажем так, декларацию не сдали, не приняли ни в первом случае, ни во втором случае. Мы ее изготовили, мы ее сдали, нам целый год не отвечали. То есть ответ должен быть в течение месяца. Нам не отвечали целый год. Понимаете? Да, участок сформирован, платим аренду, значит, готовим сейчас тот перечень документов. Существует некая такая дорожная карта, в рамках которой мы работаем. Это в основном прохождение согласований. Согласование можно проходить годами. То есть, как с декларацией у нас было, мы ее подготовили, нам должны были ответ дать в течение месяца. А нам дали ответ в конечном итоге через, получается, полтора года. То есть полтора года мы потратили только на согласование. Причем там были пункты, как я уже не помню, говорил, не говорил, которые исключают, скажем так, согласование этой декларации по их, да, потому что невозможно сегодня подготовить обязательные договора с поставщиками, потому что нету порта как самого, как такового, да. Это с учетом того, что у нас договора заключались с аффилированными лицами, которые участвовали в строительстве порта. Виталий Николаевич, насколько реально строительство порта? Почему я задаю такой вопрос? Вы сами... Я вернусь. Можно я вернусь? Мы не пиарились. Хотели, я про это потом вопрос задам. Хотели тихо пройтись. Но совещание, которое состоялось с участием Левитина, оно закончилось последним выступлением моим. На пятой минуте меня Левитин остановил и сказал: внесите это в протокол, подготовьте мне заключение и сдайте его мне. И тогда... Почти все представители федеральных структур подошли ко мне, поздравили, включая пресс-службу правительства Республики Калмыкия, которая там присутствовала. И поэтому после этого информация вышла, и тогда уже все стали пиариться. И вот этот случай, который в Лагане произошел, он произошел не из-за того, что мы хотели пиарить этот проект, хотели выдвигаться на выборы. Значит, некий молодой человек из Лагани поставил объявление в интернете, что 100 человек он принимает на работу, зарплата от 15 тысяч выше. Вот. Мы стали выяснять, позвонили главе района, кто это написал. Он сказал: приезжайте сами здесь разбирайтесь, дайте нормальный ответ, и тогда мы снимем все вопросы. А этого человека мы найдем. Вот. Поэтому мы туда и поехали. Перед этим, значит, опять-таки интернет, некая интернет-общественность критиковала этот проект. Я на самом деле отношусь к этому спокойно, к любой критике, да, то есть... Это нормальный факт. Но просто мне стало интересно, и поскольку эти ребята все знают меня лично, да, никто из них мне не звонил, не говорил, не высказывал, при встрече улыбались, обнимались, вот, говорили на любые темы, кроме порта, и тут начинают давать оценку. Некоторые, там, которые выступали, это были те, которых я на работу принимал. И я им всем написал: ребята, если вы хотите получить прямой ответ, пожалуйста, я собираю всех, приезжайте. И мы встретимся в Москве, в офисе у нас, вот, ответим на все ваши вопросы. Никто из них не приехал. Значит, пару человек я даже хотел за свой счет. Я им сказал: я понимаю ваше положение, там, вы не можете выехать, я вам обеспечу приезд туда. И вы в интернете говорите о том, что вы услышали. Никто из них не приехал. Вот, зато приехали те, кто нападал на меня там, это экологи российские. Как они узнали это, я не знаю, потому что я рассылал это только им, этим товарищам. Может, они там дальше распространяли информацию. И получилось так, что когда люди приехали, стали поднимать и этот вопрос. И на этом вопросе я сказал, что надо ехать в Лагань, кто готов поехать в Лагань. И тогда со мной согласились ехать несколько человек. Вот. Это все ребята были, которые работали в Москве, вот. А теперь они работают, один из них сейчас работает у нас генеральным директором. То есть человек, который работал в агентстве по Дальнему Востоку, который является специалистом, скажем так, в вопросах инвестиций. Мы его привлекли, и более того, сейчас он генеральный директор нашего проекта. Просто на протяжении длительного времени нас, жители Калмыкии, кормят этим портом. И я, вот как человек, кто разбирающийся, наверное, в калмыцкой политике, я подумал, что это еще... Да я уверен даже в том, что это еще один тот ход, ну, чтобы зайти красиво на выборы, показать... Просто проект, вот порта, проект порта, на самом деле, да, это один из тех проектов,
который на слуху, если он появится вовремя, да, выбор что такое? Это краткосрочный период. На самом деле, я так и предполагал, но поскольку Бату Сергеевич на тот момент он про порт вообще ничего не говорил, да, то есть он был не в курсе, Алексей Муратович уже был не глава, да, то есть мы вообще хотели тихо пройти. Потому что любой момент, который идет в сочетании с этим, да, он наносит ущерб нам с другой стороны. Я скажу, проект 2007 года... Не кажется ли, что это подтверждает мои доводы о том, что если вы Бату Хасикова не было изначально, и потом он же высказался в итоге, когда все это пошло? Что он высказался? Ну, что-то про порт. Вот я вчера... Нет, он сказал сначала, что он не знает ничего про порт. Потом сказал, что его надо поддерживать. Вот, сегодня вот. У него позиция такая, что... Видимо, надо поддерживать. Проект порта не касается какого-то конкретного там человека, да? Он касается республики всей. Согласен. И кто бы ни пришел сюда в республику, он должен, обязан поддерживать этот проект. Как бы он плохо ко мне не относился. Кстати, я поэтому ушел, что меня ассоциируют с некой политической фигурой, что якобы я пытаюсь на этом разыграть. Я ушел с порта, я остался только как акционер. Я вкладываю деньги туда. И вся деятельность порта зависит от того, сколько мы сейчас вкладываем в него, да, то есть прохождение всех документов. Вот у нас последние переговоры состоялись, надо заплатить юристам 4 миллиона рублей. Вот не директор этим занимается. Директор занимается, отвечает на вопросы, решает какие-то задачи, готовит документы, экономическую часть проекта, юристы готовят этот. А меня здесь нет, чтобы не говорили, что я тут пытаюсь его использовать. И вообще... Я мечтал о том, что когда мне стукнет 60 лет, я просто тихо уйду. Всем этим движением, которое меня привело в политику, я занялся совершенно случайно. Но об этом отдельная тема. А про то, что я пытаюсь довести свои дела до конца, как бы тяжело ни было, я приведу такой пример. И меня вот те ребята, с кем я так работал, тогда работал, они поддерживают. Я играл в футбол в юношеской сборной Республики Калмыкия. Да? Вот. И мечта моя была попасть в «Уралан». Нас в «Уралан» не брали по принципу, что мы Бенхангун, да? Печкин. Экибиши, да? А там нужно было. Мощный и был билет. Такой человек, которого я уважаю, Арнольд Викторович Линденгольц. Он мне сказал, вы никогда не будете играть в футбол. Вот я, там еще кто-то. Но получалось так, что все это ребята, которые не могут вырасти там до 1,80 м. Я сказал, нет, я сделаю так, что мы будем играть. Мы создали свою команду, выиграли первенство города, потом выиграли первенство республики, потом выиграли КФХ. И единственная команда, которая состояла полностью из местных игроков, это вот мы ее делали. Спортивный клуб «Байсачнов». Он назывался «Гелян». «Гелян». Да. Мы вышли, мы доказали всем. А, «Гелян», точно, я чуть ошибся. «Гелян» – это в честь моей дочери было названо. Но потом перестал, да, он уже? Нет. Потом просто его слили с «Ураланом», и все ребята, которые играли в команде, да, они оказались в «Уралане», потому что там был дубль. Наша мечта... Вы привели пример подтверждения того, что вы доводите свои дела до конца. Это подтверждение примера, что да, я довожу до конца. Я занялся этим вопросом. Меня похоронили все. Давайте я сейчас вот другой вопрос задам. Я знаю, что вы... Я готовился. Я являлся советником президента Сельхозакадемии России. И курировали проект по книге СХА, по-моему, «Опытное хозяйство Верхним Яшкой». Вы начинали работать, брали людей. Там, я знаю, 16 тысяч гектар пашни, 8 тысяч пастбищ и около 12 животноводческих стоянок. Но так и до сих пор не запустили. Я знаю, что вы этот вопрос в проекте курировали. Я не курировал этот вопрос. Я курировал три хозяйства. И курировал их не от Россельхозакадемии, я курировал их от Министерства сельского хозяйства России. Это Улан-Хич, Черноземельский и 28-й армии. Я был председателем совета директоров. 28-й армии это? Это вот УТА. УТА. Ну, развивающиеся хозяйства, что там курируют? А? Они развивающиеся хозяйства. Они были федеральной собственностью, и меня назначили туда председателем совета директоров. А советником Россельхозакадемии я занимался земельными вопросами, которые не касались Калмыкии. В Калмыкии не касались Калмыкии. Да, это была Московская область, Сочи. Вот это Олимпиада Меретинская бухта. Да. Это вот земля Россельхозакадемии. Красная Поляна, где построили. Тоже земля Россельхозакадемии. В отделе, кстати, который занимался земельными вопросами, были
представители Калмыкии половину делал. Понятно. Илья Николаевич, на сегодня вы являетесь руководителем местного отделения партии «Рост», ну, республиканского, Калмыцкое генеральное отделение. Не слышно что-то про вас вообще? Так мы ее только создали. Создали. Вот тут вообще отдельная история. Значит, я предложил кандидатуру человека от партии «Рост», я Бориса Юрьевича Титова знаю с того момента, когда он приезжал сюда, и институт уполномоченного создавали. Вот Нестеров был такой, это вот с ним тогда я познакомился, и в Москве мы поддерживаем отношения с руководством партии, ну, вернее, уполномоченного. А институт уполномоченного, институт партии – это две такие вот, ну, как бы родственные структуры, получается. Там и там возглавляет Борис Юрьевич Титов. Вот. И возникла ситуация, при которой, значит, отделение партии во всех регионах и уполномоченные – это одни и те же лица. Та же самая ситуация была по Калмыкии. Вот. Поскольку они финансируются из местного бюджета, то, естественно, содержать партию они не могут. И мне было предложено возглавить эту партию, поскольку в свое время я ее и реанимировал. Когда она была закрыта, уже налоговая стояла на сдачу. Правда, я тогда обладал одним ресурсом, я работал в этом... Администрации. В администрации, да. И мы общими усилиями эту партию реанимировали, и она стала продолжать жить. Вот. И поэтому мне сказали, что вы тогда ее формально сделали, сейчас нужно сделать по факту. Я отказался, но там у нас состоялся разговор, в рамках которого я согласился его возглавить только до тех пор, пока мы не найдем туда нормального руководителя партии. То есть я сказал, что 60 лет я ухожу и не собираюсь заниматься. То есть скоро, там, через несколько месяцев, там появится новый руководитель партии. Но мы набрали новых членов, они очень активны. Партия «Роста», значит... Не слышно. Ну, не слышно, потому что она активно, только... Вы говорите активно и не слышно. Нет, я имею в виду, она... Вы ее не слышали, потому что вы не знаете еще членов ее. А скоро она появится, скоро у нее будет вполне... Партия фермеров у нас. Партия предпринимателей, партия фермеров. Это наш главный девиз. Ну, хотите, чтобы о них узнали, давайте к нам приглашайте. Мы это сделаем. Мне кажется, наши фермеры, да, это вот основа, будем так говорить, основа не экономики, а основа статуса республики. Потому что фермеры закреплены за участками земли, а эта земля у нас сегодня, ну, сами знаете, 76 тысяч километров. Если их не будет земли, то сами понимаете. Границы. Поэтому я давно об этом думал, я говорил об этом, просто вспомнили и сказали, давай реализуй эту идею. Вот я сейчас реализую. Я сейчас объезжаю фермеров, встречаюсь с ними, уговариваю, предлагаю. Но, ну, общем, на выборы готовитесь? В муниципальные органы власти готовимся. То есть в этом году будет осенью, да, вы готовитесь? Да. Я не выдвигаюсь, сразу говорю. Государство, думаю, значит, я не выдвигаюсь. Значит, вы политик? Нет, я... Вы знаете, я с одним человеком тут встретился. Он когда узнал, что меня назначили... Он узнал об этом буквально 2 недели назад, когда я приезжал. Вот. Он сказал, вы что, решили заняться большой политикой, Виталий Николаевич? Вот. А я ему говорю, Виталий Николаевич решил закончить с большой политикой. Просто нужно давать дорогу молодым. Знаете, почему я вчера предложил генеральным директорам? Потому что он сказал, Виталий Николаевич, мы молодежь, мы сейчас молодые голодные львы. Дайте нам. И это у меня вот здесь в голове сложилось. Я сказал, все вперед. Соглашусь с его мнением. Давайте вернемся к акционерному обществу «Порт Лагань». Я вчера смотрел ИГРЛ, ну, реестр юридических лиц, и согласно выписке АО «Порт Лагань» уставной капитал 2 миллиарда рублей. Акции уже проданы? Нет, мы сейчас с акциями готовим сейчас каламбур. Акция у нас с акциями. Эту идею я предлагал в свое время по другой компании, которая была собственностью Республики Калмыкия. Здесь обратная. Компания частная. И мы готовим проект, в рамках которого 10% акций мы хотим перевести в привилегированный пакет и продать по номиналу жителям Республики, вот, с правом вернуть их только нам обратно. Ну, то есть это мы сейчас юридически все это дело
рассматриваем. Это делается для того, чтобы, когда будет успешная реализация этого проекта, да, то вот. А причем у нас есть такая чисто местечковая тема, поскольку я лаганский, то вот, не знаю, накануне Дня Победы, может быть, мы сделаем такую акцию там, среди лаганцев, заинтересованных, может быть, среди ветеранов, кто там, или среди депортированных. Может быть, мы сделаем льготную, даже бесплатную раздачу, если там по количеству посмотрим. То есть в данном случае мы деньги не преследуем, но я хочу, чтобы хотя бы какой-то пакет был, потому что к нам зайдут инвесторы, которые не будут представлять, возможно, даже Российскую Федерацию. Вернее, невозможно. А, вы об этом говорите? Да. Я слышу. Вот. И поэтому нам важен хотя бы, если, допустим, там один акционер Дагинов, то меня съедят. А когда там будет 10 тысяч акционеров, да? Вот. Тогда будем посмотреть. Да, я согласен. Если там с точки зрения только вот. Но учредитель там один. Учредитель. По учредителю будем разговаривать? Ну, зачем? Я там. На самом деле, как бы, не я один, то есть по формальным признакам я. Конечно, бенефициар – это достаточно серьезный человек, вот, он уважаемый, он известный бизнесмен. То есть есть бенефициар? Да. С портовой деятельностью, с действующими портами, здесь и за границей. Поэтому... Ну, вот, и вот самый такой вопрос, когда, вот, по вашему мнению, по вашим прогнозам, по вашим планам, будет работать порт уже? Работает. А давайте в течение 20, 30, 50 давайте, лет. Давайте с другой стороны зайдем. Значит, на сегодняшний день в порт Аля, который мы проиграли за федеральные деньги спор, вот, освоил огромную сумму, миллиарды, по-моему, там 11 миллиардов минимум, да? Вот, и сейчас еще выделяют туда 73 миллиарда. Плюс туда зашел частный инвестор, вот, Савченко Олег. Ну, мы с ним знакомы, одно время близко общались. Савченко вкладывает туда 30 миллиардов, и мы на одном из совещаний вместе сидели в президиуме и, собственно говоря, пообщались. Это человек-бизнесмен, который имеет успешный бизнес. Вот, он, по-моему, даже сейчас владелец Волжского трубного завода. И они сейчас столкнулись с тем обстоятельством, что баржа, которая вышла из Аля зимой, ну, снега ж нету, она села на мель. Главное условие, преимущество Лаганского порта перед Астраханью – это круглогодичность. При большом потоке грузов круглогодичность – это обязательный Я знаю, так, наверное, да. Вы пишете, что это преимущество. Да? Это преимущество, да. Значит, Волгу чистят два раза в год, чтобы там ходили пятитысячники. Лаганский канал прочистили последний раз, вот мне Андрей Кишинович говорил, в 1962 году глубина была 6 метров. Сейчас там, вот мы проводили там замеры, 3,5 метра. То есть за все это время заиливание произошло. Да. Да. Это преимущество. И второе, у нас есть проект, который также за собой тянет. Это еще более фантастический проект, да? Мы про него даже не будем говорить. Но заинтересованные люди, они же находятся в нашем проекте. Согласен. Хозяева, с другой стороны, они у нас. Это они нас двигают, это они нас толкают, это они нас вводят там. Когда? Примерно, по вашему мнению. Значит, идет политическая борьба между вот, двумя субъектами. То есть грузы, который существует в Российской Федерации, да, они не способны закрыть эти два порта. Значит, то есть один порт будет работать, а второй не будет работать. Только российскими грузами. Да? То есть он может работать только тогда, когда пойдет большой вал грузов, и порты действующие не смогут справляться. Когда Аля задохнется, тогда... Нет. Так? Нет. Это типа так должно быть. Вот, например, как с Волжско-Донским каналом. Да? Я не знаю историю. 20 миллионов пропускная способность. На сегодняшний день там проходит 20 миллионов. Больше уже отправить невозможно. Угу. То есть это означает, что нужно вторую нитку строить Волго-Донского канала. Понятно. Это огромные деньги. Или же построить канал Евразии. То есть на этот вопрос ответа нету? Нет, ответы есть. Я вам сейчас скажу.
Значит, мы считали приблизительно, как это будет выглядеть. С учетом политической составляющей этого вопроса, имеется в виду политика не государственная политика, а вот чей ресурс окажется там сильнее. Да? Угу. Вот. Махачкалинский порт, порт Алинский. Кстати, скажу так, господин Абдулатипов, когда был президентом Дагестана, главой Дагестана, да, он страстно лоббировал проект порта в Махачкале. Когда он стал представителем по президента по Северному Кавказу, вот первым делом они вышли на нас и сказали, ваш проект самый оптимальный. И поддержал нас полностью. Это он нас как бы поддерживал, в том числе на том совещании. Это вот вклад Абдулатипова в то, что мы получили такой статус на сегодняшний день. Да. То есть все те, кто занимается этим вопросом экономически, они начинают понимать, что порт Лагане гораздо интереснее. Порт Махачкале, кто бы что ни говорил, он ограничен в своем развитии. То есть он развиваться не сможет. По одной простой причине, потому что там кругом жилые застройки. И все. Жилые застройки? Да. Он находится, ну, как у нас, как перед Белым домом, в центре города. Они частично его переоборудовали, там он нефтеналивной был. Основная его функция была работать с нефтью. Сейчас частично они его под зерно оформили, 20%. Поэтому, взвесив все за и против, да, нас будут по документам гонять, откладывать, отказывать, как с иском, допустим, да, вот, но мы тоже там сидим на месте, мы как бы обладаем группой лоббистов, которые эти вопросы все рассматривают, и считаем, что в течение этого года мы должны все документы сдать, которые есть. Ну, возможно, не все, но основные документы. А там дальше уже будет вопрос по согласованию, окончательному согласованию в правительстве Российской Федерации. Там, конечно, посложнее будет. Это придание статуса. Но в случае, если это случится, то когда грузы пойдут, они в течение одного дня этот документ подготовят и отправят. Поэтому думаю, что с поправками там в пятилетку мы уложимся. Он начнет работать еще не... На шестой год, наверное, начнет работать, так скажем. Ну, гипотетически на шестой год в первую очередь. Отлично. Уже какие-то вот, да, дорогие друзья, хотя бы мы будем... Я даже так скажу. Наш, как бы, один из наших вот участников этого проекта, да, который пока просил меня озвучивать его имя, он построил свой порт по факту, начиная от документов, да, за 5 лет. За 5 лет. Вы работали раньше в администрации президента, представляли на Народном Хурале. Вы, как бы, я думаю, разбираетесь в политической жизни, следите за республикой. Как вы лично, вы, Виталий Николаевич, относитесь к ситуации, которая вот на сегодня по поводу назначения главы города, уже главы администрации, уже назначена, не исполняющая должность. Как вы вообще состоите? Я очень внимательно за этой ситуацией слежу. Если бы не эта ситуация, поверьте мне, я бы в интернет не лазил вообще. А то есть очень интересно? Не очень интересно, это просто как бы та тема. Я же здесь вырос, я здесь живу, ну, да. То есть я здесь буду жить. И, кстати, моя вот философия жизненная, она заключается в том, что я решил здесь отстроить дом, вот, и через какое-то время приехать сюда и доживать здесь. Поэтому мне все это крайне интересно. Вот. Ну, в силу определенных причин, вот, все мою позицию знают. Поэтому вот я на этом и закончу. Вот я всегда спрашиваю, ну, Виталий Николаевич, вот всегда прошу моих гостей пожелать что-нибудь, какие пожелания хотели бы высказать нашим гражданам, жителям республики. Ну что, я сказал, что у меня мысль по этому поводу была. Значит, это для тех граждан, такие как я, которые выехали отсюда. Mm-hmm. В том числе проживают в Америке, там, знаю, проживают во Франции, в Чехии, в Испании. Вы для них хотите высказаться? Да, для них хочу сказать. Ребята, вы там живете,
вы там чувствуете себя хорошо, вот. Я знаю, что вы не забываете Калмыкию, да? Но сделайте что-нибудь для Калмыкии, вкладывайтесь сюда, там, дом постройте, квартиру купите. Таким образом вы будете поддерживать тут местную экономику, пусть это косвенные, но это, скажем так, долг каждого калмыка должен быть, чтобы он здесь что-то оставил. Вот. Поэтому я всех призываю. Я так потихонечку занимаюсь. Вот. А вам хочу пожелать, вам лично или жителям Калмыкии? Жителям будем нашим. Жителям Калмыкии хочу пожелать, во-первых, нам, наверное, не привыкать, терпение, да? Вот. У нас очень уникальный народ. Я по этому поводу готовлю там свои материалы. Что, чем я хочу заняться, это небольшой такой публикацией. У меня есть очень интересные задумки по этому поводу. Я вам сейчас скажу об этом. Не в экран, потому что мы смеялись, люди, на некоторые товарищи, даже близкие мне, по этому поводу хихикают. Вот. Поэтому думаю, что есть такая у казаков поговорка, да, Бог с нами, да? У нас по-калмыцки говорят так, Бурхан Мадны Халяджина, да? Думаю, что все будет хорошо. Вот. Главное верить в это, ну и стараться сделать так, чтобы задуманное реализовалось. Спасибо. Это был Виталий Дагинов. Дорогие друзья, небольшое объявление о том, что все говорят, что мы в своих передачах показываем только нашу сторону, только наших активистов. Хочу вот показать пример, то, что Виталий Николаевич пришел, ну, как высказал свою точку зрения. Мы открыты для всех, даже для представителей власти. Приходите, будем разговаривать. Мы открыты для всех, мы говорим правду здесь. Можно я по этому поводу скажу, тоже добавлю? Я бы сюда не пришел, если бы в личку не написал. Максим. Да. Написал в личку, и мои одноклассники со мной в одном подъезде живут, да, пишут что-то в интернете, какие-то глупости, вместо того, чтобы позвонить и спросить. Он первый позвонил мне и сказал. Я молчал только потому, что я хотел посмотреть на реакцию всех. У меня много друзей, много знакомых. И когда, там, допустим, вот тот же мой одноклассник Борис Тадаев, да? Mm-hmm. Что он там пишет? Какие-то глупости. Или Басан Захар.